Здравствуйте, на Первом Альтернативном спортивная программа «Танец Орла» в студии Баир Цыдыпов. Прошедшая неделя была насыщена спортивными мероприятиями. Например, на юношеском первенстве России по вольной борьбе наши спортсмены довольствовались лишь одной золотой и единственной бронзовой медалью. Бассейн ФСК стал водной ареной для юных пловцов, а Владимир Банщиков снова обсудил наболевшие проблемы, с которыми сталкивается современный спорт. Но обо всем по порядку. Бурятские мастера стрельбы из лука выиграли две медали на международном турнире Гран-при Азии в столице Таиланда, Бангкоке. В командном миксе Наталья Ирдыниева и Баир Цыбекдаржиев завоевали бронзовую медаль. В свою очередь Баир Цыбекдаржиев вместе с читинцем Галсаном Базаржаповым и москвичом Артемом Махненко выиграли командный турнир среди мужчин. А 24 марта в польском городе Валбжих стартовала первая в истории первенства Европы по борьбе среди молодежи до 23 лет. Историческую бронзовую медаль завоевал бурятский атлет Евгений Жирбаев в весовой категории до 65 килограммов. Евгений Жирбаев провел 4 схватки, в трех из которых выходил победителем. Лишь в полуфинале он уступил грузину Зураби Якобашвили, а в бронзовом финале выиграл у армянина Нарика Сируняна со счетом 9-2. На прошлой неделе зал ФСК собрал на своих коврах весь борцовский потенциал страны. 27 марта в Улан-Удэ стартовало первенство России по вольной борьбе среди юниоров 1995-97 годов рождения. Почти 270 борцов изо всех федеральных округов приехали поспорить за звание чемпионов страны. Хозяева турнира выставили 9 юных борцов. Главным гостем соревнований стал двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев. Мы сегодня будем зрелищную, яркую борьбу. Интересных ребят, перспективных ребят, которые в скором будущем будут просто звезды нашего вида спорта, звезды вольной борьбы. Поэтому у меня никаких сомнений нет. Потому что сюда приехали со всей Российской Федерации. Сегодня вся молодежь страны, которая занимается вольной борьбой, она сегодня находится в Бурятии. Те, кто удостоился золотых медалей, поедет в составе сборной России на чемпионат мира и Европы. Единственным победителем соревнований от Бурятии стал Зарикто Булдаев. Он принес золото весовой категории до 50 килограммов. Практически все медали турнира увезли с собой спортсмены из Дагестана. Лишь иногда в тройку сильнейших попадали борцы из Москвы, Красноярска, Калининграда, Тульской области и Якутии. Футбольные выходные. В столице Бурятии завершился этап чемпионата России по мини-футболу зоны Сибири. Ареной для сражений стал по традиции спортзал КСК «Дружба», где встретились команды из Ангарска, Братска, Иркутска и Улан-Удэ. Ранее бурятские команды уже сыграли гостевые матчи на западном побережье Байкала. В прошедшие выходные определился чемпион зоны Сибирь. Наша съемочная группа заглянула на один из матчей завершающего этапа. 8 команд и лишь одна поедет бороться за право выступать в профессиональном дивизионе высшей лиги. И когда большая часть игр позади, а впереди только несколько встреч, которые окончательно сформируют турнирную таблицу, то важно бороться за каждые очки в каждом матче. Тем более, когда хозяева турнира постарались создать все условия для этого. Уровень очень хороший. Любая команда может проиграть. И любая команда может выиграть. Так что очень хороший уровень, хорошая организация. Вопросов нет к организаторам, ко всему. К сожалению, из Красноярска нет, из Читинской области нет команд. Но я думаю, мы развиваемся. Начали с 3 команд, сейчас у нас уже принимают 8. Наша съемочная группа стала свидетелем матча между лондонским Магдатом и ангарским Питстопом. Команды начали играть с некоторой осторожностью. Хозяева несколько раз пытались взять ворота соперника комбинациями через короткий пас. Однако были пойманы на контратаке и пропустили первый гол. После забитого мяча гости на кураже прижали Магнат к воротам. Однако улан-удэнцы успели
успели сравнять счет до перерыва. Игра шла такая аккуратная, до гола, в принципе, соперники равные, считаю, ну, команды равные примерно, поэтому боялись ошибиться, и поэтому шла такая аккуратная игра. Все-таки игра идет 2 тайма, 50 минут, как говорится, 40 минут. И поэтому время было все исправить, ну и мы собрались. Во втором тайме игра оживилась. Про осторожность все забыли и начали играть в открытый футбол. Матч на встречных курсах превратился в настоящую борьбу. Футболист Магната получил желтую карточку за фол. С решением судьи он не согласился и получил следом еще одну. Красная карточка за неспортивное поведение как приговор, вне заявки на следующие игры. Однако удаление товарища лишь разозлило улан-удэнцев. Магнат собрался с силами и еще дважды за отведенное время поразил ворота соперника. Итог 3-1, и 3 очка достаются хозяевам. У нас вообще с третьим днем беда какая-то происходит на каждом туре. Мы две игры, первые два дня боремся, вылаживаемся полностью, а на третий не хватает сил. Физически, видать, готовы не очень. Завтра последний день, четвертая игра, так что если Вару обыграем и Магнат не выиграет, все равно останемся на 6-м месте. Так что будем завтра биться, чтобы не замкнуть таблицу. По итогам турнирной таблицы команда «Лара» стала победителем этого сезона. Фармацевты в начале мая должны выехать в Великий Новгород, чтобы принять участие в финале первой лиги мини-футбольного первенства России. Там, кстати, у «Ларчан» есть все шансы, потому как это единственная команда, в составе которой играют профессионалы. Баттерфляй, кроль и брас в Улан-Удэ прошли соревнования по плаванию среди детей памяти Игоря Фурсы. 10-й юбилейный турнир прошел в ФСК и собрал больше сотни ребятишек с разных уголков республики. Этот турнир включен в рейтинг всероссийских соревнований детского фонда «Динамо». Подробности дальше. 50-метровый бассейн ФСК встречает участников соревнований, а их в этом году собралось больше 120 человек. И каждый из них готов побороться за призы турнира офицера ФСБ, погибшего на боевом задании в Чечне в 2003 году. Организаторы уверены, что на примере талантливых и бесстрашных людей, таких как Игорь Фурса, юные спортсмены будут лучше знать не только историю страны или республики, но и учиться стойкости и мужеству. Турнир проводится в 10-й раз, он является юбилейным. Из года в год собирают все больше и больше молодежи. Значит, это турнир для молодежи, для младших школьников, которые приобщаются к спорту. Сам Игорь любил спорт очень. Так как мы выросли и закончили нашу спортивную школу номер 14. Кроль и брас на 50 метров для детей дистанция очень хорошая. Чтобы пройти первым, нужно рассчитать силы и скорость. И вот юные пловцы встают на стартовую тумбочку, сигнал, и участники уходят в вертикальную гладь воды. Заплыв начался. В Бурятии плавание становится все более популярным. Многие дети ходят в бассейн по стопам своих родителей или родственников. Почему именно плавание? Потому что мне понравилось. Потому что моя мама с папой ходили на плавание. Злата ходит, моя сестренка, ей 5 лет. Моя мама 10 лет ходила, у нее второй разряд, и она решила, что, что я тоже буду заниматься. Плавание? Да. Тебе нравится? Да. Успеваешь все? В школе уроки делать? Да. И на плавание ходить? Победители соревнования получили кубки и дипломы, а те юные участники, кому повезло меньше, поборются за призы в следующем году. Это были все новости спорта к этой минуте, а дальше «Танец орла» продолжит Владимир Банчиков. Сегодня в гостях программы «Танец орла» методист специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва номер 7 Жаргалма Дугарова. Здравствуй, Жаргалма. Здравствуйте. У нас прошел один этап, надвигается второй, связанный непосредственно с деятельностью вашей школы, очень важный для нас, для всей республики, для спорта, для развития спорта в республике. Это первенство России впервые прошло среди юниоров у нас, вот буквально в выходные дни, и предстоит тоже первенство России среди юниоров, среди девушек. Как вот ты оцениваешь, руководство школы, оцениваете уровень этого турнира, на каком уровне он прошел и что он дает нашей республике? Республика Бурятия долго ждала такое крупное масштабное мероприятие. И мы как школа, которая специализируется по вольной борьбе, конечно же, тоже очень долго ждали. Значит, соревнования, на мой взгляд,
прошло очень на высоком уровне, достойном. На соревнования приехали 50 спортсмены из 56 регионов. Значит, были очень... Ничего. Как сказать-то? Мы увидели очень много молодых перспективных спортсменов, которые через пару лет, о которых через пару лет узнает, наверное, вся Россия. Возможно, и весь мир борцовский. Возможно, и весь мир. Вот смотри, да, я тебя чуть-чуть прерву. Мы сейчас буквально посмотрели протоколы, и до этого, собственно, я знал, да, среди 8 весовых категорий, да, в этих соревнованиях, в 8 весовых категориях определяются лучшие из лучших, и всего в 2 весовых категориях, да, в одной выиграл представитель Бурятии, бурят. Это наш, да, но я чуть попозже о нем поподробнее расскажу, потому что это ваш воспитанник, да, вашей школы. И в одной выиграл москвич. Все остальные 6 весовых категорий. Строго республики Северного Кавказа, в основном Дагестан. Вот как ты считаешь, это вот о чем-то говорит в рамках вот нашего чемпионата России? О полном превосходстве северокавказских наших регионов в этом виде спорта? Либо все-таки какие-то есть проблески для других краев и областей нашей огромной страны? Если судить по тому, как выступили все спортсмены, я думаю, наша республика Бурятия тоже является одной из ведущих республик именно в этом направлении по вольной борьбе, потому что было представлено 56 команд, из них только 4 команды заняли призовые места. Уехали с медалями. Да, это то есть Республика Бурятия, Московская область, Республика Дагестан и Осетия. Ну, естественно, если судить по занятым местам, значит, превосходство у спортсменов Республики Дагестан и Осетия. Это о чем говорит, наверное, о хорошей работе тренерско-преподавательского состава. О финансировании достаточном этого вида спорта, да, на Северном Кавказе. Естественно, это, наверное, тоже в первую очередь. Вот расскажи поподробнее о нашем чемпионе, о нашем золотом медалисте, парне, который автоматически попадает в сборную России, будет участвовать там в чемпионатах Европы и мира. Мы надеемся на это. Булдаев Зарикто стал победителем первенства России по вольной борьбе. Он является воспитанником нашей школы «Зюшор-7». С 9 лет тренируется под руководством мастера спорта России Вандана Базарова, заслуженного тренера России Федора Махутова. Он является победителем первенства Республики Бурятия, чемпионом Сибирского федерального округа прошлого года. Ты не перечисляй года. Его вот эти, ты скажи, что это за парень? Ну, простой. И почему он стал чемпионом России? Вот на твой взгляд, почему? Почему? Потому что хорошо тренировался. Очень трудолюбивый парень. Очень трудолюбивый. Со скольки лет он занимается? По характеру хладнокровным спортсмен. С 9 лет, значит, посещает секции по вольной борьбе. Учится в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии на втором курсе. Просто, так скажем, одаренный, талантливый спортсмен. Плюс мальчик. Трудолюбивый. Плюс трудолюбивый, потому что без трудолюбия в спорте делать вообще нечего. Ну и, конечно же, надо отметить работу хороших наставников. Хорошо. Жиргалма, такой вопрос. Ну, может быть, это тебя сильно не касается. Вот вас, как специалистов, да, работающих вот в этом направлении, именно в вольной борьбе, не, как сейчас модно говорить, не напрягло то, что трибуны, ну, по крайней мере, в первый день соревнований были полупустые, хотя соревнования такого уровня в нашей любящей вольную борьбу республики проходили в первый раз. И с чем это связано, вот, на твой взгляд? Бытует два мнения. Одно мнение то, что, да, действительно, ход должен быть платный, потому что это очень крупное масштабное мероприятие на уровне России, да, и что люди как бы должны платить. За то, что они получают удовольствие смотреть на красивую борьбу. А вот тут второе мнение, то, что вход должен быть доступным,
в целях популяризации вольной борьбы, чтобы люди приходили, смотрели, наслаждались борьбой и как бы втягивались в эту сферу. А если два этих соединить и сделать, допустим, вход платным, но чтобы эта сумма была вообще символическая, в районе 50, максимум 100 рублей, как вы на это смотрите? Это уже надо, наверное, решать вопрос с руководством, кто нес ответственность за проведение. Давай руководству и адресуем вот этот вопрос. Почему? Потому что буквально через два дня стартует этап, вернее не этап, а первенство России среди девушек по вольной борьбе, тоже 95-97 годов. И вот тут, пожалуйста, тебе слово, приглашай зрителей. Так, уважаемые жители Республики Бурятия, любители вольной борьбы, приглашаем вас на первенство России по женской борьбе. Приходите, болейте за наших девушек, которые будут представлять нашу команду Республики Бурятия. Они будут во всех весовых категориях? Да, они будут представлены во всех весовых категориях, где-то в количестве 20 человек. Спортсменок. То есть девушек будет 20 наших, да? Да, примерно 20 человек. Ну, спасибо большое за интервью. Успехов в работе. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня продолжаем цикл передач «Здоровый образ жизни» с Геннадием Бурсуковым. Рассмотрим один из моментов. Это что такое иммунитет человека. Иммунитет человека – это способность его организма защищаться от различных врагов, то есть чужеродной генетической информации. С одной стороны, иммунная система защищает организм, а с другой – ее состояние зависит от общего здоровья человека. Если индивид активен, крепок, подвижен и жизнерадостен, то иммунитет у него будет в порядке. А если слаб, пассив, то иммунная система будет соответствующая. Иммунная система защищает нас от влияния внешних отрицательных факторов. Это своего рода линия обороны против негативного воздействия бактерий, грибков, вирусов и тому подобного. Без здоровой, эффективной иммунной системы организм становится слабым и гораздо чаще страдает от различных инфекций. Пример тому – это острые респираторно-вирусные инфекции, или в народе называются ОРВИ, которые эпидемический характер носят, то есть осенние, весенние, то взлет, то падение, как говорится, то есть то усиливается, то меньше становится. От чего зависит ОРВИ, видите? От иммунной системы человека. То есть в зависимости, какова у вас иммунная система, как мы войдем в этот ОРВИ, в эту, как говорится, большая глобальная проблема в стране по острым вирусным инфекциям. Иммунная система каждому человеку, у каждого разная. Ее нужно поддерживать и подкреплять. И везде даются рекомендации и советы. Пожалуйста, ведите здоровый, опять возвращаемся, здоровый образ жизни. И будет иммунная система у вас нормальная. Когда надо подпитаться, допустим, витаминами определенными. Вот особенно весной. У нас же недостаток большой идет витаминов. Надо обязательно пополнить организм этими витаминами. Появляется солнышко. Это один из моментов тоже фактора, укрепляющего здоровье человека. Так как ультрафиолетовое не облучение, а лучи, которые попадают на наше личико, на наше тельце, они способствуют выработке витамина. Так что обязательно надо под солнышко поставить свое личико, ручки, погулять с детьми обязательно, когда солнце появляется. Помните, раньше было такое заболевание рахит. Это недостаток вот именно витаминов. Вследствие этого давали и рыбий жир, и обязательно ультрафиолетовое облучение, то есть кварцевание и прочее. Так что, уважаемые телезрители, появились наши искусственные помощники. Вот сейчас весенний период у нас настал. Пожалуйста, больше бывайте на свежем воздухе. Ну хотя бы
20 минут вы для себя уделите, побыть на воздухе с тем же внучком или с ребенком со своим маленьким побыть. Это способствует всех, потому что мы находимся в наших запыленных помещениях. Особенно сейчас температура воздуха на улице идет, ну, минус маленький, а тепловой режим дома очень большой. Вследствие этого надо дышать кислородом. Значит, иммунная система, будете укреплять иммунную систему, значит, вы с благополучием можете отойти от ОРВИ. Всего хорошего, до свидания, до следующей встречи. Это была программа «Танец орла» на Первом альтернативном. С вами был Баир Цыдыпов. Увидимся через неделю.